Андрея Жаповалова. Сегодня я хотел поговорить с вами насчет одной интересной темы. Вы знаете, я уверен, что я, как и все темы, знаете, иногда не можешь добраться до всех вещей. Только иногда трогаешь поверхности. Но я верю, что именно эту тему, она очень серьезная тема для людей, которые пытаются куда-то идти. Я не говорю о тех людях, которые приехали сюда, просто приятно жить, это к вам не относится. Это относится к тем, которые приехали сюда прославить имя Бога и достичь в своей жизни чего-то большого. То есть вся моя жизнь предназначена для того, чтобы помочь кому-то состояться. Иногда через свои собственные ошибки, через свои собственные моменты в жизни, именно они чаще всего и помогают людям. Я заметил, не часто твои фразы, твои выражения, твои какие-то откровения, а очень часто твоя собственная жизнь. Люди просто увидели тебя, как ты прошел какой-то период, и это уже является для кого-то свидетельством. То, что... Обычно через эти вещи не проходят просто так. А, а ты прошел и стоишь. И поэтому очень приятно видеть вас стоящими, приятно видеть вас побеждающими, приятно видеть всех вас людьми, которые стоят на истине и не сдаются. Тему я назвал ⁇ Авторитет, власть и влияние ⁇ Я хочу, дорогие, сегодня поговорить немножко о том, что является влиянием для чего оно нужно нам и почему церковь сегодняшних дней вообще отложила эту тему полностью. То есть это... Вы знаете, почему церковь сегодняшних дней э, не имеет никакого влияния, не имеет никакого удара, не имеет никакого серьезного отношения к тому, что Бог заповедал нам делать спасать эту землю. Мы закрылись от этой земли. Земля нас не волнует, мир нас не волнует, Он нас пачкает. Если кто-то зайдет пахнувший сигаретами, мы его быстро выталкиваем. Если кто-то зайдет немножко э, не в трезвом состоянии, этому человеку сразу укажут на дверь. Если какие-то вещи неправильные, что-то не сходится с нашим моментом, этим людям в церкви места нет. Ну, тогда Скажите мне, во что превратилась тогда вообще церковь, для чего она вообще на этой земле нужна. Скажите мне, в конце концов, чтобы а, в больницу только здоровых принимают, что ли. И вы знаете, и эта вся эта вещь она настолько надоедать стала. И потом ты понимаешь, Бог начинает, Бог просто конкретно начинает говорить к твоему и моему сердцу. И смотрите. Церкви, которые не имеют реального авторитета власти и влияния, ничего большого не достигали. Влияние ⁇ это то, что узнается на расстоянии. Человека можно а, не знать, но ты возьмешь в руки книгу влиятельного человека, и ты сразу тебе, тебе всего лишь нужно 10 страниц, чтобы понять, что это не шутка. Эйма? И наоборот, кто-то берет и пишет какие-то, знаете, сказки, и ты открываешь, и ты не можешь дочитать ее даже, даже пять страниц. Почему? Потому что засыпаешь, оно тебя не интересует. Мы с вами должны понять, что а, дьявол позаботился о том, чтобы влияние у церкви забрать, чтобы лишить церковь. Полностью влияние, превратить ее в убогое общество людей, которые сосредоточены на самих себе, спасают себя, одевают себя, пытаются куда-то двигаться так же само в себе, и не дай Бог ты нарушишь их мирок. И это все превращается в процессе, в секту. А что ты говоришь, секта у нас уже пять тысяч человек? Вот секта, состоящая из пяти тысяч человек, okay? в которую никто из мира не может попасть. Как угодно называйте секта из двухсот человек, секта из пяти тысяч человек, секта из десяти тысяч человек. Мы говорим с вами о том, что есть что-то, что, что Бог хочет вернуть в тело Христа, есть что-то, чего христиане в последнее время стали очень бояться, потому что они говорят, власть и влияние ценно от Бога, брат. И мы с вами понимаем, что есть вещи, без которых церковь не может двигаться. Вы знаете, что дьявол очень уникальная личность. Мы знаем его и понимаем, что он ничего не творит, но все у Бога берет принципы. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Все, на чем стоит царство Божье, это на Божь... вернее царство дьявола, это на Божьих принципах, украденных и извращенных. Все очень просто. Почему у церкви, почему церковь далеко не движется? Да потому что все, что церкви разрешают брать, это то, что мир уже давно изблевал. Поэтому церковь не может двигаться дальше, потому что мы ждем следующей подачки от мира. И когда к нам, вы знаете, вот теперь рояль и мир изблевал. Раньше рояль, не дай бог. Я помню время, когда, не... ты что, разве рояль можно? Можно просто пианинку, пианинку простенькую, рояль. Рояль Это уже по-мирски Рояль это уже очень круто выглядит И у, у верующих рояль не должно быть Сейчас в церковь заходишь На самом главном месте рояль стоит Так я не понял Что дьявол покаялся? Или и ты понимаешь, что э, что Рояль уже как бы отодвинул дьявол, сейчас пошел уже в какие-то другие фейерверки, и мы с вами адаптируем какие-то вещи. То, что было грехом раньше для церкви, сейчас уже не является грехом. Я имею в виду, каким грехом. Всякие там радио, кольца и все, знаете, церковь постоянно, она не может понять вообще, для чего она на этой земле. Церковь на этой земле моду контролировать, окей? Чтобы а, бр, а, давайте свой журнал выпустим. Давайте, представляете, какой крутой журнал будет? Своих моделей наймем. Сегодня в нашем журнале новая модель э, платья. С такой-то длиной. И, и ты, ты понимаешь, в какой маразм мы все попали как церковь. И это даже уже не смешно. Ты, ты нас, ты кощунствуешь. Да мне даже кощунствовать над вами уже не хочется. Потому что это настолько превратилось все в Бога церковь со всей силой, огнем и славой Божьей превратилась в, в, в общество, которое контролирует ни жуй, не смотри, не ходи, не одевай, как будто в тебе нет Бога, который тебе подскажет, как делать, а как не делать. Имя церковь. Мы настолько с вами лишены помазания, что нам нужен кто-то, постоянно говорящий нам, что делать, а что нет. Но ведь когда Бог поселяется в тебе, Он тебе говорит, куда идти, куда не идти. Дух Святой, который находится внутри тебя, Он тебе говорит при каждой ошибке. Ты что-то не так сделаешь, Он обязательно тебе скажет. И ты понимаешь, что во что мы превратились. И многие люди думают, что кто-то из нас атакует кого-то, мы никого не атакуем. Мы просто тихо улыбаемся и верим, что Бог вернет стандарты, которые Он принес на эту землю. Мы верим, что церковь превратится в что-то, что будет спасать этот мир, а не закрываться от него. Имя? Мы верим, что поднимутся люди со властью и влиянием. О, дорогие мои, я вам серьезно говорю, смотрите, влияние, власть это невидимая вещь. Но я вам честно скажу, что те люди, которые ее имеют, их видно и чувствуется на расстоянии. Ты берешь диск, книгу, ты слышишь свидетельство этого человека, и ты понимаешь, что внутри тебя что-то начинает рождаться. Что это? Это Бог, который дает влияние. Вы знаете, у нас в церкви принято так: если не умеешь работать с огнем, если не умеешь правильно э, управлять огнем, лучше не трогать, все закрывается. И теперь, почему мы с вами боимся власти, влияния и авторитета? Потому что люди не научились ей пользоваться. Люди настолько не научились пользоваться влиянием и авторитетом в церкви, что они всегда злоупотребляют. То есть, если человеку дан авторитет и власть, он употребляет их, чтобы сделать жизнь своей церкви, усугубить, усложнить, какие-то правила сделать. И ты понимаешь, что зачем власть? Власть нам дана спасать этот мир. Власть и авторитет нам дана, чтобы двигаться и чтобы мир начинал признавать. Скажите мне, мир признавал Иисуса Христа? А у нас наоборот, они мирские, они нас никогда понять не могут. Чего? вокруг иисуса одни мирские были и скажите мне они его с удовольствием понимали ман? почему то странно причине толпы тысячи ходили вокруг него которые не были как бы христиане не, не знали ничего они просто ходили за ним и мир написано признал его мир ходил за ним что мы утеряли что мы утеряли что теперь э, мир даже смеется с христиан а вы то вы отбросы общества Сколько смотришь, знаете, я уже, кто из вас был такой, хочешь пригласить человека в церковь, и ты даже боишься, ну, сказать, что в церковь. Пошли со мной, куда, потом увидишь. Только заикнулся, что в церковь, не-не-не-не-не-не-не, почему? Он знает, что там роблять. Amen? И, он... и только приходишь, сразу чувствуешь на себе взгляд любящего брата. Он твою жевательную резинку заметил. Я хочу Бога, церковь. Я хочу силы и огня его. Я заморился, что какой-то диакон ковыряется в моем рту, вылавливая мою жмачку. Я хочу Бога, церковь. Оно даже уже не смешно звучит, это уже служение у людей такое есть. Жвачка доставатель называется. Во что мы превратились, церковь? Во что мы превратили дом Божий? Бог хочет нас с вами вернуть. Бог хочет нас с вами восстановить. Почему христианство не достигает того, что должно достичь? Лишено всякой власти. Лишено всякого авторитета, потому что самое неинтересное общество ⁇ это общество верующих. Вы вообще знаете это? Когда ты сидишь на рыбалке и смотришь, человек разговаривает о природе, о птицах, о разной наживке, рассказывает о своих историях, ты точно понимаешь, что он не с церкви. А вот тот брат, который на всех смотрит. И нервно забрасывает свой спиннинг. Ты понимаешь, это брат. Дорогие мои, нас видно на расстоянии. Эймэн? Мы с вами выглядим смешно. Мы с вами уже имеем вид верующих. Это вообще страх. Письмо на расстоянии читаемое и всеми узнаваемое. Все знают, что к тебе подходить нельзя, бо укусишь. Почему дьявол лишает церкви влияния? Один с влиянием равняется десяткам, сотням тысяч. Потому что когда Бог вводит тебя во влияние, одно сказанное тобою откровение, оно питает сотни тысяч. Люди без влияния ничего не могут сделать, далеко они не идут. Объясняю. Картину такую когда-то наблюдали, я наблюдаю постоянно, почти каждое воскресенье. Сидит муж с женой, например, или друзья сидят, или подружки. И я какую-то вещь, знаете, задвигаю очередную. И сидит подружка, толкает свою подружку, говорит: Я тебе говорил. Понимаете, что это говорит о том, что подружка говорила то же самое, и она была права, но у нее нет влияния, и теперь нужно почему-то мне это сказать, чтобы поверили. Вы понимаете влияние не влияние? Одни и те же слова, одна и та же Библия, одна и та же кафедра, одни и те же откровения, одни и те же вещи воспринимаются от одного по друг, другому, а от другого абсолютно по-другому. Вы видели, что я могу, я видел картины великих людей, которые написаны обыкновенным маслом на обыкновенном холсте. Я посмотрел на каляку-маляку, которая стоит 3-4 миллиона. И я говорю, мой денег лучше нарисует ногами. Вы, вы видели эти картины, да? И ты говоришь, 4 миллиона за эту каляку, маля? Ну, сам нарисую. Нет. Дорогие мои, холст не стоит 3 миллиона. Краски не стоят. Рамка, на которой не стоит. Стоит артист, написавший это. Вы понимаете, что такое влияние? Влияние – это вещь, ты можешь за всю свою жизнь приобретать влияние, получив его, достигнуть все в своей жизни, или всю жизнь работать, умереть без влияния и ни одного процента не достигнуть. Я видел людей, которые приводят кого-то сюда в церковь, только чтобы я сказал. Потому что у них в доме нет влияния. Потому что папа пришел с сыном, а сын меня любит. Потому что говорит, этот пастор какой-то не такой. Он смешной. Этот пацан малый, 13 14 летний, он говорит, он мне нравится. И он говорит, пошли, почему? Потому что у папы в доме влияния нет. И папе надо, чтобы пастор что-то... Пастор, пастор, он тебя любит, скажи ему, скажи ему. Я не понял, а ты кто в доме? Чучело, что ли? И ты, и ты видишь, что влияние начинается с детства. Влияние – это то, что необходимо для движения вперед. Влияние – это то, что ц дьявол аккуратненько, чисто вырезал из церкви. И теперь мы можем горлопанить с вами, «О, придите ко Христу!» Они смотрят и говорят, «Че, к твоему, что ли?» «Где твой Христос, брат?» Вы в ад идете? Это единственная наша карта, которой мы можем крыть, как религиозное общество. Уже сказать нечего. Смотришь на этого Мирского, он, он на крутой машине, он в крутых шмотках, у него дети в порядке. слушаются папу. И я уже все ему говорю, он говорит, да у меня лучше, чем у тебя. И ты уже набираешься сил, говоришь, ты в ад идешь. Я видел таких проповедничков. Он не знает, что сказать. Ты в церковь не ходишь регулярно. Как будто твое регулярное посещение церкви спасает тебя. Это первое заблуждение. И ты смотришь на все это смешное общество, которое придумало игру, которая называется церковь. И мы там расставляем фигуры, и мы делаем вид. И ты понимаешь, что что-то в этой игре не то. Ты понимаешь, что Бог, по-моему, этого не делал, и ты смотришь на мир, умирающий и погибающий. А мы здесь делим парковки, стулья в церкви. Это мое кресло. Там это брат. И ты, и ты смотришь, расслабься. И, и, и ты удивляешься с, с нашего мышления, ты удивляешься с нашей жизни. Почему? Почему? Нам нужно чем-то забавляться. Мы же церковь. Давайте придумаем еще какую-нибудь игру. Люди, не имеющие влияния, далеко не идут. Вы знаете, что у дьявола есть такая штука, которая называется ложное смирение. И он всегда нас пытается завести в эту обочину и сказать, ты никто. А ты, да, я никто. И ты еще и гордишься тем, что ты никто. Я прах и пепел, пепел я и прах. Я мусор, эй, Я понимаю, что у харизматов есть другое заблуждение. Знаете, как харизматы молятся за пищу, да? Поняли, да? Я не об этом говорю. Это, это маразм еще хуже другого. Я говорю, я говорю о том, что есть обочины, а есть реальный баланс. Аминь, церковь? Есть Бог, пред Которым я служу и преклоняюсь, и никогда я не могу посягнуть на его, на его силу, славу и власть. Но есть человек, который свел себя до такого мусора, что Бог не может гарбич использовать. Amen? Потому что в мусор не имеет влияния. Как только блудный сын приполз к папе, он был и прах, и пепел, и как хотите называйте. Эйман? Что он не успел свое закончить покаяние? Он очнулся, он уже перстень на руке, обувь на ногах, лучшая одежда, теленка уже зарезали. Он еще не успел покаяться, Бог его восстановил как сына, а не как раба и прах и пепел. Мы должны с вами понимать, что есть то, что мы, тем мы должны стать, и чего дьявол лишил Церковь. Он лишил Церковь влияния. Теперь мы во всех сферах тупенькие. Почему? И поэтому мы влиять не можем. За что не возьмись? Мы тупенькие. Мы, мы ничего. Мы, мы, не, ну, ну врать мы умеем красиво и маски носить профессионально. Если какому-то режиссеру ну, нужно найти профессиональных актеров, чтобы получить Оскар, добро пожаловать. Таких найдете, что будет роль играть, и даже не вкопаетесь, будете думать, что это он реальная жизнь у него такая. Иногда удивляешься, о, -о, -о" а потом думаешь, ну а я-то думал. Представляете, актеры играют роль ну полтора-два часа на телевидении. 30 лет роль играть, и никто не может догадаться. Профессионализм. Сила. Верующих всегда пугала власть. Потому что те, кто ее использовали, всегда злоупотребляют ей. Вы знаете, дьявол, мы понимаем, что это мудрая личность, и мы ни в коем случае там не топчемся на голове у дьявола. Забудьте эту ерунду, Начните спасать мир, вот что уничтожает дело дьявола. Amen? Проповедуйте Евангелие, вот что уничтожает дело дьявола. Станцевал. Завтра он танцует. Amen? Расслабьтесь. Я просто говорю о том, что мы должны с вами быть в балансе, в нормальном балансе. Мы должны знать, что это не глупый враг. Мы знаем, что тут нужна мудрость и помазание Духа Святого, чтобы сражаться и побеждать. Он использует этот же принцип для продвижения своего царства. Скажите мне, если дьяволу что-то нужно совершить, переворот в стране, или какую-то революцию, или что-то уничтожить, скажите мне, поднимает ли он влиятельного человека или нет? Он поднимает такого влиятельного человека, что ты в шоке. Он ему дает такое влияние, и мы с вами знаем, тирана в мире достаточно было во всех странах практически, чтобы видеть. И в нашей стране тоже этого было достаточно. Чтобы нам с вами понимать, откуда мы и куда мы. Когда дьяволу нужно что-то, и ты смотришь, как одна, одно выражение человека. Сказанного. Ты можешь это выражение говорить 300 раз, оно не имеет ни значения. Как только его взял, сказал какой-то тиран, ты видишь в каждом классе на стенке написано это выражение. Учиться, учиться. И еще раз. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Что это? Вы понимаете, что дьявол, он крадет все из церкви, он, он просто как пылесос высасывает, и он пытается всех вас просто сделать убогими, невлиятельными, глупыми людьми, с которыми даже час невозможно поговорить, ты уже по кругу начинаешь идти. А в перерывах давай помолимся. Зачем молиться? Чтобы подумать, о чем говорить дальше. Потому ну, что все выветрилось. Многие просто не справились с позицией. Поэтому мы с вами видим иногда великих помазанников, падающих в очень серьезные грехи. Amen? Потому что наделена была власть и влияние. И мы опять смотрим, упал, подскользнулся, съехал, ушел. Что это? Это не говорит о том, что если я не умею обращаться с огнем, не надо у меня его замирать. Научите меня им пользоваться. Ведь Давид ушел победителем. Ведь ученики Иисуса имели влияние огромнейшее по всей земле. Ушли победителями. Ведь другие люди, которых мы смотрим, которые ушли даже в наше время, будучи Смит Вигельсфорд, например, ушел победителем. Отпроповедовал свою последнюю проповедь, сел на стульчик, и люди думали, что он задремнул. А он задремнул навсегда и ушел к своему отцу. Дорогие мои, есть влияние, есть что-то, что мы должны с вами понять и вернуть. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня просто подумали. Авторитет, власть и влияние. Он, Бог, когда хочет достичь чего-то великого в своем царстве, он поднимает, тренирует таких людей, как Моисей. Знакомая личность, да? Этот человек приобретает такое влияние, что враг его, желающий уничтожить его, в процессе склоняет свои колени даже перед ним. Бог наделяет влиянием, Бог наделяет авторитетом и властью. Но слушайте внимательно, есть два способа, как приобрести влияние и власть. Можно сделать шорткат, или, как мы говорим с вами, обрезать уголок. Купить влияние. Сколько мы с вами смотрим. Иногда, слышишь, многотысячный зал. Идет конференция. И здесь звучит. Сейчас выходит подобный преподобный, рукоположенный, достигший вершин, великих вершин неба и земли, покоривший на-на-на-на-на. И ты думаешь, вон накачали, сейчас будет бомба. Выходит такой дедулька и такой... Я не понял, что это. Ведь если у тебя висит эта лычка, я должен на расстоянии видеть ауру. Аминь. Я не понимаю. Мне достаточно будет пяти минут тебя послушать, чтобы понять, или ты имеешь власть от Бога, или ты религиозная хлопушка. Amen? Oh, не надо меня ненавидеть за то, что я правду говорю. Amen? Любите, братья. Ко мне вообще надо особую любовь Бога просить. Некоторым. Но ведь я же говорю правду. Опровергните меня, я вам найду 20 доказательств того, что я говорю правду. Сам, будучи жертвой этой системы, я хочу вырвать, во-первых, твои мозги. Чтобы ты когда-нибудь вошел, и ты понял, здесь Бога нет. Здесь игра, большая, красивая игра. И все друг другу раздают почет. На передних стульях налагаем, всех и уже не знаем, какие титулы придумывать. И это все полнейший пшик, потому что огня и силы нет. Потому что помазание. Если тебя реглигозная хлопушка рукоположила, то ты будешь просто хлопать, как все остальные. Amen? Та же Библия, те же слова, та же кафедра. Пшик. Пф. Ничего нет. Почему? Потому что нет влияния от Бога. Он дает влияние, Он посылает, Он ставит. Наша проблема в том, людей, нас. Мы говорим, это они виноваты. Нет, мы с вами выбираем своих служителей. Каждый народ достоин своего царя. Среди что сюсюкаешься с сюсюкащиком, значит ты сюсюкала. Amen. Формулу запишите, если кто забыл. <laughs> Каждый народ достоин своего учителя и пастора и пророка. Слушайте. Посмотрите, как Бог поднял Иосифа. Уникальная история. Я хочу сегодня очень коротенько, это длинная тема, я просто ее сжато сегодня поговорю, и может когда-то я войду в каждую из сфер, что есть авторитет, что есть власть, и что есть влияние. Сегодня мы просто войдем в общую такую сферу, и я просто хочу объяснить это очень быстренько. Авторитет, как мне его взять, как прийти к влиянию? Вот ты говоришь влияние, да, вот ты говоришь власть, вот ты говоришь, авторитет. как мне это взять? Я сегодня это расскажу. Самое интересное, что люди думают что прыгая от одной вещи к другой, они ищут себя. Ты тратишь свою жизнь. Ты должен один раз стать в пролом и получить от Бога свое слово. Не от пророка, не от каких-то сновиденцев, не от каких-то там посыланцев писем, а от Бога. Как угодно от Бога, чтобы быть уверенным, что я не буду тратить свою судьбу больше. Потому что один одно сказал, другое другое сказал. А что же Бог имеет в виду? И поэтому я дождался 12 лет, пока Он вывел меня, приготовил меня и сказал мне, вот твоя мечта. Каждый из нас должен точно понимать, что значит авторитет. Авторитет это Богом данная мечта тебе и Богом данный талант. Талант петь, говорить. Ты не умеешь проповедовать, умеешь свидетельствовать, не умеешь свидетельствовать, умеешь молиться. У тебя что-то есть, ты просто еще не нашел или найдя закопал. Найди, когда ты продвигаешься в свою сферу, приходит авторитет. Объясняю. Принцип Иосифа, это по Библии много историй. Иосиф ⁇ человек, который дошел до своего влияния очень жестким методом. Не так ли церковь? Очень жестко он шел, и я не скажу, что это был, это был легкий путь у него, ни в коем случае. Это был очень сложный путь. Попадает в дом Патифара очень быстренько, да, и держится, движется, поднят в чин, поднят в стан. Он захватывает влияние всего дома, и он становится распорядителем всех в доме. Другими словами, второй после Патифара. Здесь его предают, потому что он именно человек чести и истины. Его садят в тюрьму. В тюрьме начинается тот же процесс. Он опять становится помощником начальника тюрьмы. И он полностью служит тем людям. И даже когда попали в веночерпий хлебодар, он им рассказывает их сны и попадает в точку. Некоторые люди не понимают, что есть авторитет. Авторитет тебе дан для твоей молитвенной группы, для твоей домашней церкви, для твоей ячейки. Вы слышите меня? Авторитет. Некоторые, получившие авторитет, работать с 30 человеками, бегут на телевидение, и это заблуждение. Потому что, не переживай, тебя, если ты войдешь в свою сферу, тебя найдут, за тобой пришлют, за тобой гоняться будут. Вы слышите меня? За тобой будут гоняться. Почему? Ты правильно шел. Пусть долго, но я вам скажу, дорогие, лучше я пол жизни протрачу, работая с Богом, идя к своей мечте и войду в свое влияние, чем всю жизнь хлопать, бегать, рукополагаться, заканчивать школы, которые тебе не нужны, лишь бы тебя признали, поставили на кафедрку. И потом тебя взяли и отполировали, как халеного христианинчика. Вы думаете, что я за кафедрами не был? Я за кафедрами, когда меня приглашали в гости, была моя первая и последняя проповедь. Потому что я полировке не поддавался. Вы слышите меня? Э, брат, если так еще будешь проповедовать, тебя не будет здесь. Я говорю, окей, меня уже не будет. Я пошел. Каждое слово полирует. Не говори, а, не говори, вот а, религиозная хлопушка. А, а, говори, а, а, несовершенный в годах брат. И пока тебя отполируют, ты уже перестал быть собой. Amen. Ты уже маленькая дешевая копия того брата, который сам ничего не, не знает, о чем говорит. Если Бог что-то заложил в тебя, будь достойным пронести это через жизнь и не сдаться. Ты слышишь меня? Он, 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 он э, э, успокоится скоро. Во шутка. Подрастет ума, наберется. М? Если за 16 лет не набрался, уже не наберусь. <сёк> Церковь, вы понимаете, о чем я говорю? Люди спорят о методах, словах и действиях, а я говорю о произведенном результате. Я могу стрелять как угодно. Со спины пистолет, с под ноги пистолет. Если я попадаю в цель, не это ли является целью? Amen. Ты некрасиво стреляешь. Окей. Okay. Ты красиво стреляешь. Ты попадаешь мне? Ну и стреляй красиво. Все тут, да? А я по-другому не умею. Влияние. Власть авторитет. Авторитет это вещь, которая приходит, когда ты начинаешь вгрызаться в свою мечту и начинаешь идти в то направление, которое Бог тебе дал. Приходит авторитет, и тебя уже начинают слушать 5, 15, 20, 30 человек. Теперь они тебя уже принимают как своего брата, служителя, и у тебя уже можно что-то почерпнуть. Это еще не власть, это еще не влияние. Это авторитет, который дан тебе вот с этими людьми работать. Не вздумай рекламировать себя. Многие умерли, обожглись и уничтожили свое служение, выйдя на этом периоде авторитета. Авторитет звучит красиво. Уже кто-то тебя знает, уже кто-то прислушивается, но это не является властью. Я вам сегодня объясню, что есть власть, что есть влияние. У меня немного времени, но я попытаюсь это время использовать качественно. Авторитет – это вещь, которая приходит тебе, когда ты постоянен в чем-то. Иосиф, все, в чем он был силен и постоянен, он истолковывал сны. Amen? Мы видим его истолковывающим там, мы видим его истолковывающим там. Мы видим, как он, он был еще маленьким парнем совсем, он уже начинал видеть сны и истолковывать, за что он и был выброшен и продан в рабство. Amen? И поэтому мы понимаем, что есть в его жизни что-то, из-за чего придет авторитет в его жизни. Это его дар видеть сты, это твой дар пророчествовать, это твой дар видеть видение, это твой дар молиться, это твой дар свидетельствовать, твой дар проповедовать и делать какие-то вещи для Бога, петь, что угодно, это твой дар приносить плод. Именно из-за него приходит авторитет. Авторитет не является влиянием, и авторитет не является еще властью. Это следующая ступень. И теперь... Он говорит хлебодару и виночерпию. Вернее, он виночерпию сказал, он знал, что с хлебодаром будет. Okay. Он говорит, когда будешь там, вспомни обо мне. И когда он был там, он не вспомнил о нем. Знаете почему? Потому что не надо себя выводить на трон. Слышите, да? Не надо своими путями покупать свой авторитет. И здесь... Когда пришел момент, через несколько лет у фараона, о. помните? У фараона пришел момент в жизни, где он увидел несколько снов. Он увидел, мы помним с вами о колосках, он увидел о, о коровах тощих и там, знаете, тучных и так далее. И он, никто в его царстве не мог собрать ничего, что это? И поэтому, смотрите, что произошло. Произошла вот такая вот маленькая штука, которая называется авторитетом. Стоит парень, виночерпий, и он говорит, я помню, как несколько лет назад был случай, и вы знаете этот случай, и он говорит, что есть парень, который совсем не тот, и он служит другому Богу, и я уверен, он истолкует фараон твой сон. Здесь же приказ идет. И вот здесь включается уже, во, уже не авторитет, авторитет это о нем сказали, это его авторитет сработал. Смотрите, используй свой талант, и от тебя позовут. Вы слышите меня? Все, что Давид делал, он красиво играл на дудке. Amen? И здесь именно Саулу понадобился вот этот талант. Потому что он был помазан, и когда он играл, демоны уходили. И царь приходил, Саул, в порядок. И мы помним с вами, когда за ним послали, и его привели, и здесь приходит власть. И мы с вами помним, когда пришло влияние, даже сам Саул стал его бояться и хотел уничтожить, потому что Давид имел огромное влияние. Но возвращаясь в историю Иосифа, смотрите, он... Его приводят в царство, его омыли, побрили, привели в полный порядок. Он красивый, нормальный, на него можно даже посмотреть. И здесь он истолковывает сон, и фараон, он приходит просто в шок. Он чувствует, что в этом парне что-то есть. Давайте мы прочитаем это место, и я хочу, чтобы вы просто просидели за мной. Бытие 41, 38. Бытие 41, с 38. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был, дух, был бы дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будут весь народ мой, только престолом я буду больше тебя. Он получает власть. Здесь дается власть. И мы с вами понимаем, насколько серьезна эта вещь. Некоторые люди, они пытаются проскочить процесс. Объясняю. Вы знаете, человек подсознательно всегда ищет влияние и власти. Объясняю. Сделала тетя, тетя Дуся обед, нажарила пирожков. Сделала классный-классный стол и пригласила всех своих подруг. Все мужчины думают, хорошо покушаем, но все подруги точно знают. Тетя Дуся пригласила нас не накормить хорошей пищей, а утереть нам всем нос. Потому что тетя Дуся делает самые крутые вареники и пирожки, и рецепта никому не дает. Почему она не дает? Это ее привилегия, и в этой сфере власть почему ты всегда опаздывал на полчаса в церковь а как только приобрел новый мерз ты за полчаса приезжаешь и садишься на самую парковку в самом начале я не понял откуда этот мерсидист тут берется каждое утро например понимаете о чем я говорю у тебя сразу стимул появился приезжать в церковь раньше почему и когда народ заходит и выходит ты просто иногда в Мерседесе что-то забываешь. Люди. Ну мы же все одинаковые. И я могу эти истории рассказывать днями и ночами. Ты в дом приглашаешь как бы на день рождения, а тебе просто надо, чтобы они посмотрели, какая у тебя лепка на потолке. Ты всем говоришь, вы приляжьте, приляжьте. <ррик> Алло, почему? Потому что если у тебя на потолке что-то прилепили, это твоя позиция и то, что у тебя есть, чего у других нет. Иман, хотим мы этого или нет, мои дети, такие точно. Ему надо что-то, что нету того, чтобы когда тот пришел, он ему об этом сказал. Ну не так ли церковь? И мы подсознательно двигаемся за всем этим мусором, не понимая, что мы уничтожаем годы свои, а мы должны двигаться именно этими методами только в Бога. Только в свое призвание. Я видел людей постящихся, и ты сразу видишь брат в посте. Он всегда с какой-то бутылкой чего-то. И ты его спрашиваешь, на каком ты дне? На 35-м. Почему ему так хочется, чтобы ты увидел, что он на 35-м? Чтобы все поняли, что и я не лыком шит, и тоже могу поститься. Я видел людей, делающих в странные вообще, знаете, фокусы, лишь бы отличиться и заиметь в какой-то сфере какую-то маленькую дешевую позицию. И самое интересное, что все это происходит в церкви, и ты никуда от этого не денешься. Я о чем говорю? Я говорю о том, что ты должен понять, что власть, без власти, влияния, ты ничего большого не сделаешь в этом мире. Ты так и будешь маленькой крохой, которая питается какими-то подачками от кого-то, постоянно зависящая от чего-то или от кого-то, от каких-то обстоятельств, никогда не решающая чего-то большого и жизненно важного в своей жизни, ты просто движешься за кем-то. Дорогие мои, Бог каждого из нас сделал человеком, человеком власти и влияния. Первое, когда он создал Адама, ⁇ да владычествует ⁇ Вы слышите меня? Оно у нас здесь. И теперь, когда Иисус оставил нам власть, силу, огонь и помазание, мы владычествуем над этой, над этой землей. Мы разрушаем дела дьявола. Мы хозяева этой земли. Вы слышите меня? Нет предела росту, дорогие мои, нет предела власти и влиянию. И теперь у Иосифа странный, приходит такая странная трансформация из маленького авторитета. Он просто сказал, Давид просто сыграл. Даниил просто увидел что-то, и теперь приглашает его царь и говорит, я тебя богатым сделаю, только прочитай, что на стене написано рукой. Помните? Он ему прочитал. У царя потом плохое настроение было. Долго. И мы с вами понимаем, что есть люди, которых зовут их, их желают. Почему? Потому что он верен своему призванию и своей мечте. Иногда удивляешься с людей, приходишь ему, один раз приходишь, он тебе такие вещи, он бизнесмен, он движется. Пришел через два года, ну как бизнес, как бизнес? А я не бизнесмен, я уже политикой занимаюсь вы понимаете о чем я говорю ты кто и ты смотришь как люди неправильно движутся и тратят жизнь свою я вообще говорю поставьте на паузу все пока не узнаете точно божье ли это или нет тратьте свою жизнь драгоценную только в том случае когда мы на сто процентов уверены это мое направление Почему мне вообще никого не страшно? Мне вообще все равно, кто говорит, что там поют, как любят, как ненавидят. Я знаю мечту мою и знаю, что именно это открыл мне Бог. Знаешь ли ты свою мечту? Знаешь ли ты точно свою мечту? Если у тебя даже есть сомнения, остановись, не иди. Долж, не должно быть вообще сомнений. Ты должен быть настолько вкопан в свою мечту, что даже вокруг тебя, видящие, должны полностью, у них сомнения должны уходить когда они видят тебя. Почему? Потому что ты знаешь, куда тебя Бог ведет. Имя. Смотрите. Сороковой стих. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Приходит власть. И только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя над всею землей египетскую. И снял фараон перстень свой. О, а вот здесь... Приходит влияние. Вы слышите меня? Смотрите, что такое влияние. И снял фарон перстень свой с руки своей. Перстень был только один. Вы знаете, что э, печатка это у нас тут сейчас носят, чтобы друг другу нос утереть. А у меня орол, а у меня попугай, а у меня там звездошка, а у меня там вообще ничего. Печатка носилась только тогда, когда скрепляли документ. Вы слышите меня? Это осталось еще название. Это мы тут с вами. Почему я вот это на руках терпеть все не могу? Знаете, как я, чем больше нам не золото, тем дешевле я выгляжу. Вы слышите меня? Ну, может, кого-то зацепил. Слабься. Нравится там по блякушке, поиграйся. Мои дети тоже балуются, потом отходят. Ладно, смотрите. И ты понимаешь, что печать, которую дали ему, вот это уже не власть это уже влияние ты понимаешь что он только что что то получил уже не на словах а на деле и теперь даже фараон говорит я буду подчинение и тебе только буду выше троном это значит без тебя даже я ничего не решу пока у тебя не спрошу влияние когда бог хочет сделать что то великое в своем народе он поднимает людей с влиянием Перестань бояться этого, молись об этом. Если у тебя есть какая-то сфера, то Бог должен сделать тебя чемпионом в этой сфере. Дорогие мои, влияние ⁇ это очень хорошая вещь. Нас постоянно, меня по жизни пугали. Я даже не слышал тем на этот топик. Я даже никогда не слышал э, тем на, на, насчет этого. Почему? Потому что эта тема вообще закрытая. Какое влияние, какая власть. Ты уже на Ленина похож. Только искру осталось выпустить. Я, я не об этом говорю. Я говорю вам о том, что такое влияние. Влияние это когда выпустил завод машину. Скажите мне, когда завод Запорожец выпускает машину, какое у тебя настроение насчет этой машины? Соответствующее имя. Когда Мерседес выпускает новую модель 600 класса? Какое у тебя настроение? Ты свой предыдущий хочешь продать? Мы смотрим с вами историю этого человека. 42 стих. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, возложил на него золотую цепь, на шею ему велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним «Преклоняйтесь!» И даже те, кто не надыдели его, склонили колени свои, включая Патифара и его возлюбленную жену. Эй, мэн, церковь. И ты понимаешь, что власть, влияние это что-то, что дает Бог. С этим невозможно соревноваться. Невозможно противостоять и атаковать. Люди там, а, а мы все равно твои диски поломаем. Мы все равно тебя смотреть не будем. Делать я должен вы понимаете, что есть что-то, что как бы ты ни брыкался, ты остановить не можешь. Когда Бог дает влияние, Он его дает. И люди пытаются вычислить формулу. А как оно приходит? А ты, знаете, и иногда люди хотят просто с тобой, знаете, потусоваться, там, потереться около тебя. Я его знаю. Что ты не знаешь меня? Ты со мной съел кусок пиццы и попарился в бане. Ты знаешь меня? Ладно. Другая тема. Авторитет приходит нелегко. Слушайте внимательно. Первая стадия – авторитет. Он приходит нелегко, он приходит из-за кропотливой, конкретной работы. Ты влагаешься. Не надо искать легкого пути, не надо. Многие люди с сединой на своих висках говорят, лучше бы я вложился много лет и сейчас бы уже имел конкретный авторитет в этой сфере два пути. Или ты купишь свое влияние, которое будет на расстоянии видно. И все видят, что это все дешево, это все вообще не твое, оно тебе не принадлежало. Тебя просто нарядили и тебе за ниточки дергают. ой ой ой, -ой. кто же мной руководит там? Хм. Церковь, я так не люблю, чтобы мной руководили. И еще больше, чтобы вами кто-то руководил. У вас есть свой разум и есть у вас Дух Божий, живущий в вас, который вам подскажет, куда двигаться. Лучше потратить несколько лет своей жизни, узнав свое предназначение и точно начать двигаться туда. Я всем говорю людям, если ты бизнесмен, Начни двигаться в этом направлении Но знай, что это от Бога Если ты молитвенник, если ты человек с, с ходатай Если ты пророк, если ты что бы у тебя не было Начни двигаться в этой сфере Начни просто идти туда Если ты пастор, проповедник И что бы им в твоей жизни не было Начни преследовать эту цель Возьмись за нее, оттуда будет вытекать авторитет И смотрите, 44 стих и сказал фараон Иосифу: Фараон, я фараон, без тебя никто не двинет и руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек Иосиф фараон, фараон Иосифу имя Цифна в паниях. И дал ему в жену Осинефу дочь Патифера жреца Илиопольского, И пошел Иосиф по земле египетской. Когда приходит власть и влияние, Бог даст тебе новое имя. Почему пророк не имеет чести в своем отечестве? Никто не задал вопрос. Да потому что тебя там все знают. А Леха, и Леха. Леха пастор, ой, еще что-нибудь смешнее есть. Знаете, да, о чем я говорю? Андрюшка, да разве Андрюшка может быть пастором? Власть. Второй аспект. Первый аспект. Авторитет приходит от того, что ты начинаешь вгрызаться, работать, ты движешься. Второй момент приходит власть в этой сфере. Это значит, что тебя начинают слышать. Тебя начинают почитать. Это власть, которая действительно уже слышна и видна. О, дорогие мои, и смотрите, власть можно взять правильно и можно взять неправильно. Почему так многие люди, дорогие, заканчивают библейские колледжи, получают там какие-то степени, какие-то бакалавры, какие-то шмакалавры, какие-то там уровни, дегри, какие-то там вещи. Они тебе 300 лет не надо. Они тебе нужны только для одной единственной цели, чтобы в твоем офисе висела корочка, и чтобы все, когда приходили, говорили, ой-ой-ой, это нужно для того, чтобы поднять себя. Почему столько людей ты видишь, выслуживающихся всю жизнь перед людьми, желающими, чтобы те их подняли, не задумываясь, что есть Бог, который тебя хочет поднять? Бог! Слышите меня, церковь? Да, у брата методы быстро поднимать тебя, у Бога долго, но я беру Божий принцип, вы слышите меня? Потому что тот, кто тебя ставит, тот тебя и снимает. А если Бог тебя ставит, о, дорогие мои, это самое лучшее, на что ты можешь рассчитывать. Власть приходит и вытекает из авторитета. Ты имеешь определенную власть в сфере твоего авторитета. Власть можно взять правильно и неправильно. И мы с вами всегда видим, церковь, когда власть приходит от Бога и когда ее кто-то купил. И третье, я буду заканчивать, влияние. Это то, что приходит в процессе твоего авторитета. И теперь, о чем я говорю? Влияние. Это люди, которые меняются жизни, даже ты никогда их не видел и не знал, и они тебя не знают. Влияние распространяется далеко, даже за пределы твоего ума. Вы слышите меня? Влияние это то, что только Бог дает, и нечаянно влияние не приходит. Влияние оно приходит только из процесса, когда действительно это масло вы, вы, выдавливается соливков, и действительно, когда вот это масло вытекает, люди понимают, что влияние может идти только из распятой личности на кресте. Влияние не может просто приходить, оно приходит оттуда. И люди, всех людей привлекает влияние. Хотим мы этого или нет, мы жаждем влияния. Некоторые боятся, некоторые нет. Но я вам скажу, церковь без влияния ничего не достигнет и не достигала никогда. Церковь без влияния превращается в секту и закрывается. И они пытаются сделать влияние законами своими, давлением, страхом и рабством. Они пытаются это влияние сделать. Тогда, когда Бог ставит одного человека. О, дорогие мои, разве вы не читали этих книг? Я еще приехал в Америку давным-давно. И знаете, в 91-м, втором, я не помню, в каком году, может, в 93-м, ко мне попала книга, которая называлась «Добро... Доброе утро, Дух Святой, Бенихин. Когда я ее открыл, во-первых, я не смог бросить, пока не дочитал до конца. Я подчеркивал все, что там могло быть. Я потом думал, зачем я ее подчеркиваю? Я все подчеркнул. Вы подчеркивали так книги когда-то, да? Ты настолько в шоке от книги, что там не подчеркнутые места быстрее найдешь, чем подчеркнут. Там все подчеркнут. Я не спал несколько ночей, и орал, Бог, я хочу знать тебя. Потому что через эту книгу не говорил Бенихин. Через эту книгу говорил Дух Святой. Но влияние идет от него, от того человека, на котором эта слава. В 95-96 году ко мне нечаянно попала книга. Просто сказали, хороший автор Рик Джойнер. Сейчас все его знают. Тогда он только выходил, это было только начало его служения. И мне попала книга. Я приехал на отдых, я приехал отдыхать. Мне эта книга весь отдых испортила. У вас было такое? Ты приехал радостный, а уехал в депрессии, потому что ты увидел глазами Бога, что это. Если кто-то из вас не читал эту книгу ⁇ Последний поход ⁇ я говорю вам, все отройте ее, купите ее и 20 раз перечитайте. Вы понимаете, о чем я говорю? Влияние. Это когда Павла уже нет, Хе -хе -хе. а Павел продолжает нас с вами освобождать. Аминь. Влияние ⁇ это то, что говорит даже за смертью. Это то, что когда тебя нет, ты есть. Вообще даже не имеет значения, ходишь ли ты физическими ногами по этой земле. То, что Бог делает через тебя, оно превращается в вечность. И просто Бог начинает лить через тебя то, что невозможно остановить, опорочить. Оно всегда выходит и меняет жизни, даже и у тебя не спрашивает. Вы слышите меня? Я только собираю эти сотни имейлов. Это люди, которые компьютера имеют. Там на село одно компьютеро. И мы, и мы, и мы просто в шоке от того, что Бог делает. Свидетельствует. Это говорит о том, мы сами удивляемся, откуда оно берется. Бог наделяет влиянием, не так ли церковь? Не переживай, если тебя тут никто не знает расслабься когда бог начнет с тобой что то делать ты не будешь знать куда деваться дорогие мои авторитет власть и влияние вы взяли для себя что то